Владимир Владимирович, нас очень напрягает ситуация и ту политику, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. И вам хватает от них, особенно в Украине, вот в последнее время наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши. Я не понимаю, зачем это им надо, конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее, но политика отвратительная, поведение агрессивное. То же самое и Литва, в последнее время нарастает вот поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, ну, это сродни объявления какой-то войны уже. Это же недопустимо, подобные вещи в современных условиях.